Казахстанцы смогут возвращать любые авиабилеты. В Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект о защите прав потребителей. Министр торговли Арман Шаккалиев сообщил, что в документе предусмотрели исключение 100% невозвратности по договорам о приобретении авиабилетов и туристском обслуживании. Помимо этого, такие же меры будут распространяться на медицинские изделия и абонентские устройства сотовой связи. В документе также уточнены условия возврата потребителям товара в случае, если он приобрел его в кредит, и взаимоотношения субъектов предпринимательства с потребителями с инвалидностью.